новая детская площадка, дорожки из плитки, у каждого подъезда скамейки с урнами. Заасфальтировано около 2000 квадратных метров дороги и более 500 тротуаров. Установлено порядка 600 бордюров. Во двор завезена плодородная почва, высажено 360 кустарников. За полтора месяца двор двух домов, 3 и 5 по улице Косарева, значительно преобразился. Местные жители отмечают, за 30 лет такая красота здесь впервые. Скамеек не было. Не было где людям и пожилым присесть абсолютно. Вот. Поэтому сейчас, пожалуйста, и скамеечки, и для мусора все есть поставлены. Очень хорошо, что мы даже не ожидали, что будет так в нашем дворе. И лавочки есть, и всю посадку везде сделали, помогли нам. И мы будем стараться, чтобы было красиво в нашем дворе, и не мусорили, и детей своих воспитывать, чтобы они привыкали к порядку. На ремонт потратили более 5 миллионов рублей. Гарантия подрядчика на выполненные работы – 3 года. В случае возникновения каких-то нюансов, мы максимум там, в течение 2-3 дней выезжаем на объект и устраняем все замечания. Свою благодарность за благоустройство двора местные жители выразили заместителю губернатора города Владимиру Базарову во время его визита. В ходе встречи прозвучали пожелания о строительстве спортивной площадки. Объект будет внесен в план и появится здесь уже летом следующего года. Прошли вокруг дома, двор сделали, тут вроде во дворе все стало хорошо, а вот действительно выйти за двор практически невозможно, потому что есть одна дорога, по всей видимости, она там на балансе, наверное, ни у кого не стоит. Сейчас разберемся, дали поручение, разберемся с дорогой, поставим ее в план ремонта. Установка площадок, ремонт дорог, благоустройство территорий. До конца года более 300 дворов станут комфортнее для проживания. Такой же объем работ обозначили и на 2018-й. За преображением севастопольских дворов следили Елена Карноухова и Павел Булгаков. Информационный канал Севастополя.